Президент UFC Дана Уайт прокомментировал реакцию Флойда Мейвезера-младшего на предложение Уайта провести бой с Конором Макгрегором за $25 миллионов и напомнил Флойду, что время не на его стороне. Во-первых, Флойд думает, что он существенно значительнее Макгрегора. Флойд не знал поражений 20 лет, и я высоко ценю это достижение. Конор с нами всего 3-4 года, но неправильно было бы думать Флойду, что он значительнее Макгрегора. Я не заплачу ему значительно больше, чем своему парню Конору. Флойд сказал, что он выдвинул предложение. Это не так, он никогда не делал предложений. Его сделал я. Я абсолютно серьезно, и предложение реально, сказал Уайт в разговоре. Все мы знаем, что 25 миллионов это не гроши, и он тоже это знает. Флойд красуется своими часами, выставив руку из окна автомобиля, и его часы – проблема. Когда ты носишь часы за $250 тысяч, тебе нужно очень быстро зарабатывать 25 миллионов. Эй, Флойд, налоги тоже придут, приятель, сказал Дана Уайт в последнем интервью. Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва в интервью обсудил чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. «У него есть недостатки», — сказал Силва, отвечая на вопрос, видит ли он изъяны у Конора. «У всех есть недостатки, и его недостатки ясны. Он хорошо защищается, но у него слабое джиу-джитсу. Главное, я бы выделил, что он хорошо использует свое движение и движение своего противника. Он никогда не оказывается в неудобных для себя положениях. Все, кто дрались с ними, попадали в некомфортные для себя ситуации и уже не могли вернуться в нормальный режим». Также Андерсон порассуждал на тему, есть ли шансы у Конора в противостоянии с боксу с Флойдом Мейвезером. «Я думаю, у него есть шанс. Когда вы выходите на бой, у вас у всех есть шанс. Конечно, люди будут говорить, что они продержатся с Флойдом и раунда, но мы никогда не знаем, что может произойти. Единственный способ узнать, что будет, это устроить их бой. Но Конору стоит взять паузу хотя бы на год, чтобы в состоянии устроить хотя бы близкий бой». А с вами был канал Fight Today. Подписывайтесь на наш канал. Самые свежие новости из мира бокса и ММА.